Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной роллинг на коллекционера, которого на русском сервере я уже не знаю, сколько мы ждали. Аккаунт моего подписчика Владислава 78 тысяч самоцветов. Скорее всего, накопленных так и есть. Будем сейчас с вами трешивать. Находится он в гильдии Лимроу, кидайте заявочки, вступайте. Первые, четвертые места. Битва гильдии, атака фортов. Качаем принцессу колючку до 20.00. БГ обязательно. А русский Android сервер. Такс. Поехали посмотрим, что у нас есть по героям. Фобушки не хватает. Ну, фобушки, я так понял, в всех роллингах сегодня. Боба Космо, Королева Ос, наверное, этот оккультист. Так оно и есть. Скиталец. В принципе, не так уж и много, я вам скажу, для бездоната. Скиталец. Оккультист. Дуэлянта можно собрать. Королева Ос такая себе. Ну вот космофоба. Вот это вот оккультист, космо и фоба. Это именно то, что надо. Сегодня также есть накопление. Пожалуйста, вот проверочка. Мы сделали просто три семерочки у него. Коллекционер, как обычно, фигня на русском сервере. И накопление тоже, я считаю, что фигня. Могли бы уже переделать и сделать, как на других нормальных серваках. Вот реально. Вот. Сделали бы хоть это, и люди были бы вам благодарны просто. В общем, поехали, будем выбивать. Смотреть, что тут на аккаунте интересного есть. Героев, конечно, не так уж и много ему надо. Ну, так как бездонатный аккаунт, я не знаю. Я бы, наверное, все-таки эти самоцветы спустил бы на какого-то прокачку каких-то героев, созвездий и прочего. Потом посмотрим, что у него по аккаунту творится. У Грома. Ледяной Феникс. Ну, это почти как Космо. У него ледяха уже есть. Блин, дайте нормального героя. Все-таки без донат. Череп. Рандомчик. Землеройка. Ну, землеройка у него вроде есть. Здесь землеройка есть. Такс. Сердцеедка. Многие бомбят, пишут, вот ты по 100 раз заходишь, смотришь. Это нереально, ребят, когда у вас за день по 10-20 аккаунтов. И вот вы заходите на каждый и смотрите героя, вы не знаете, какой алтарь, когда оно все в разброс. Самое главное вот это, что мы вытаскиваем недостающих топовых героев. За это прожали по лайку и ждем дальше следующую имбушку. Призрачный всадник. Триант. Паладин, ПБшка, ребята, 5 легенд подряд. Как вам такое? Офигеть, капитан Дрейк. Поехали, сбегаем немножко, разбавим. Неплохо. Нифига себе, его герои тут раздают. Вот вам бездонатный аккаунт. За целый день, когда ты вот это вот наролишь, все, у тебя башка уже просто не варит. Где какой герой? Ты заходишь их, смотришь, да, прошло 2 минуты, ты уже думаешь, кого надо выбить. Так, отлично, поехали. Череп, Купидон сразу же, видите, как бывает? Рино. Дракос. Суккуб, ниндзя, кенди, нифига себе,
Что, это тоже было 5? Надо будет... У меня даже с башки вылетело, сколько мы там их словили. Реально. Тратим, ребята, тратим. Тратим все самоцветы в ноль. Надо это сделать по красоте. Профессор Риббит. Бигфут. Но скиталец вроде тоже у нас недостающий. Так, а что у него по линейкам? Это заполнено, это заполнено. Тут Арктика нужна вообще отлично, я вам скажу, для бездоната. Так, нам самое важное сейчас это оккультиста вытащить. Оккультист и космо. И все. И будет топовый бездонатный аккаунт. Королева гарпий, имка, сердцеедка, хранитель, фея, фея Котофея, капитан Дрейк, королева гарпий, ниндзя, ворожей. Ну рандомчик, давай, надо. Землеройка, ну блин, вот на предыдущем аккаунте в Диане я ролил, семейный роллинг, обязательно посмотрите. Не хватало этого. Варлок. Там, по-моему, как раз землеройки не хватало. Малыш Ник. Еще один ледяной феникс. Да ладно. Офигеть. Инди. Ронин. Блин, здесь лиги просто, знаете, такое чувство, что аккаунт какой-то именно для этого создан. Офигенно падают герои. Блин, два, там два оккультиста выпало. Одного бы сюда просто. И вообще был бы топчик. Ворожей. Малыш Ник. Давай, ну давай. Королева гарпий. Ниндзя. Инди. Знаете, вот эти вот последние удары, ты понимаешь, что самоцветы закончились. Ну блин, обидно, конечно. Поехали посмотрим, что мы собрали. У слизней мы собрали оккультиста, 20 осколков у него всего. Хладного, конечно, мы не вытащили, ну хотя хладный и плюхи за него дают 50. Тут только за максималку. Ну, плюхи, честно скажу, по сравнению с английским сервером, ну просто ни о чем. Но мы вытащили недостающих героев. Для бездоната это реально очень хорошее везение и очень круто. Потому что если донаты там могут купить за минималку, без доната намного это сложнее. Так, что мы там вытащили? Фобушку. Оба и скиталец. Сейчас вот я смотрю, милость борца. У многих без донатов реально дофигище самого. Ой, дофигище коробок. Это радует. Хоть что-то радует, что это не так, как когда-то я слил там миллион кулаков, а тех 200 коробок
и сидел и думал, что же дальше будет. Мы там выбивали, я не помню уже что, но это реально было тогда смешно. Смотрите, опять Милосборд. Чё это за фигня? Где там его ведьма? Так. Коробочки, это классная тема. Фух. Смотрю героям, не вижу всех. Такое странное чувство, что он некоторых посливал, что ли. Походу да. Не вижу я укротителя. Или я слепой, или я его не вижу. Реально глаза разбегаются. Ведьма тоже что-то вроде и была. А, вот она. Ведьмочка у него уже прокачанная. Стрелок прокачанный, тыковка. Вальс, блин, вот что вы качаете этот вальс, я не знаю. А так, в принципе, аккаунт довольно неплохой. Талантики некоторые вообще отличные. В общем, ребятушки, такой вот роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки. Без донатов, конечно, хотелось бы сюда и космо получить, но что имеем, то имеем. Поздравляю с такими героями. Всем удачи. Всем пока.